С утра суета, все перемыло, сейчас вот подготовили так, подарки, я все подписала, кому что, кому ничего. Софа. Максюш, тетя, мама, все, там сковородка, она сейчас вот так вот может заваливать. Там все подписано на пакетах. Хорошо. Там уж пусть сами решают. Сейчас открывают, потом ли. Я вот тоже так думаю. Это хотя... уже это ихнее дело. Да, можете. Сейчас сугубо личное. Пошла, как Дед Мороз, подарки понесла. Понесла. Ну, понятно, я шучу. Дед Мороз ночь придет, да, Настя? И подарки принесет. Я шуткую. Вы повесили с папой снежинки? Да, мы еще даже стекло, где... Холодец понесу. Да красота. А потом салат. Говорю, приготовь мне салатницу. Я тебе отдаю, нету да. Ни одной. Осталось? Да. Давай. Иди к папе, помоги ему. Давай, можешь помочь? Ой. Чемодан Максу. Ну что, наш Дед Мороз, повернись-ка. Пошла навьючена, как осел. А может, как и шаг. Давайте. Понесла подарки, во. Во, вот так, да, давай. И холодец в том числе. Сейчас, подожди, дверь открою. И холодец. Миша. Это у нас оранжерея, никто ее никогда не снял. Бабушка ухаживает за ней. Почему? Она много видео попадает, да? Кусочки. Я просто не знала. Да. Угу. Так что давай, неси. Там уж как хотят сами там. Да. Настя может свой открыть сейчас. Да, да. Дети как хотят, она там под елку им куда там чего. В общем, Дед Мороз работает уже. Да. На развозе. На развозе. Потом еще надо идти. Салат. Ну, еще. Может, еще. Солнце еще высоко. Да, снежинки. Да. Золотые. Мешки надо делать? Ну, вряд ли. Ну, да, хотя оставь, еще. Да, потому что мы их потом, наверное, на этот же листы, да? Если они будут клеиться. Я не знаю. Шайба? Знаешь, что еще купить? Салатники, здрасте, надо. Салатники. Что? Салатники. Пластиковые. Салатник пластиковый. Для салата. У вас там салатник? Нет, салатник есть, у нас есть. А если копануть, блядь, там стряхануть стенку, там что-то. Это пластиковые, зайти в пятерку вон взять. Чтобы Насте в них отнести. В ведре отнести. В каком? В пластике. Все три салата сгрузим и понесем? Все три. Дело идет. Оливьешечка режется. Ребенок решил, что будет у нас курица. Мы не посмели возразить. Вот, приготовила маринад.
с медом, с горчичкой, с приправами, с соевым соусом. Уже селедочка, картошечка ждет своего часа. Салатики в холодильничках. Ой, сейчас это тоже мыть. С мамой тут уже оливок вкусили. Не удержались. Питье. Так, сейчас переверну красотку свою. И пусть она лежит, напитывается. Правильно? Внутри все промазали. Сейчас еще ложечку. Вот, все там. Вкусняшечку. Красоточка. Чесночок. Все, тут есть аромат стоит. Тут любовь и голуби. А ты чего? Она не была? Ну, и наткнулась на стену. Понимание, эгоизм. Ревность. Хорошо, что вернулась еще. У целости. И невредимость. Сегодня звоню дядьке, говорю, Вить, как дела там? Вот. Говорю, давай там это. Готовься. Завтра приеду. Ира, завтра не надо. Я говорю, хорошо. Послезавтра, говорю, приеду, готовься. Ой, Господи. Смех и грех. Мои нервочки. Вот, она пусть сейчас стоит. Вся пропитывается. Ну зачем тебе, Рай? Вон, носки. Рубахи стирать не умею. Ну ты это тоже научился. Матерюсь. А мне нравится эта фиганка. Я привыкла. Хочешь? Я тебе вот я для него нужна. Ну, не могу я. Крылышки. Тянет и все. На ножки. Куда тянет? Ну, к Наде, детям. На ножки. Ты живешь к этой горгоне? Не, я к жене. Пусть пропитывается. Сейчас. Пойдем марафетиться. Не хочешь? Я научусь печь пироги. Я их сама люблю, Василий. Вот. Все. Все сама буду стирать, Василий. Красоточка. Ну, скажи. Баба марафетится. До Нового года. Встречать будет королева. Я не хуже. Жду. Это вы? У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины, шумя. Мам. Да. А вот это второй после колбасы. Что это, ветчина? Это карбонат. Да ты что там не положила? Давай ей колбаски. Маш, при чем-то угол закрывать. Сейчас дождь будет. Давай снимем ее халатик одену. Да. Да?
ты уже, конечно. Давай, ты в нем, тебе тяжело. Тебе еще. Хватит. Тебе надо? Альбом тоже надо. Мне не надо пока. Я не дам. Я пока не хочу. Нет, не ешь я тебе. Ба, оставишь? Ну, целую кастрюлю, да. Одну картофельку. Я тебе много дам, если тут не переживай. Восемь. Галкин. У Киркорова тоже оба шарят. С ними занимаются там. Это конфеты. Это что конфеты. Там папа тебе подарили? Покажи нам. Духи. Духи. Ну, открывай, напшикайся. А это мой. Тихо же, игрушки. Это твой. Настя, это тебе. Это тебе. Что там? Ой, что это такое? Они... Что там еще? Кажется, Дед Мороз заскочил. Ой, как он рано в этом году. Конфеты. Наверное, конфеты. Да, наверное, конфеты. Обалдеть, обалдеть. Тащи. Еще пакет. Что-то есть. Это коки. А это бабушки. Зовите бабушку. Бабушка. Бабушка. Это кот. Ой. Телевизор с подарок приехал. Сейчас разлетится. Побежали. Дед Мороз заскочил. Давай, еще что там ищи, Настя. Я еще вот что нашла. Еще конфеты. А, это знаешь для кого? Для Варии и для Василисы. Да, эти оставляй, ищи. Бабушка, тебе подарок получила? Этот? Да. А я думаю, это ее. Как то это? Тебе? Ещё открывай, нюхай. Нюхать надо. О, что это? Косметика. Хорошо, ну ищи самый главный подарок. Нет, у тебя был такой, мне очень нравится. Да ты что, нашла? Часы принесли. Дайте я сфоткаю с ними так у елки. Давай. Кок, вот, блин, вот эту бы кружечку. Блин, я не могу. Вот такая. Ой, Ира, подарок, вот он. Ой, спасибо, Снегурочке, Деду Морозу. Поздравляем! Часы! О, боже! Посмотрите, какого мне ослика. Это все подарки? Да. Настена? Все. А мой? А тебе за... Ой-ой-ой-ой-ой! Розовенькие! Ой-ой-ой! А чемодан какой-то? Да, что-то еще. Можно пеленку? Снимай. Только сюда ее, сюда. Коробочку. Часы. Боже, боже. Завтра с папой настроите, да? Они да. Настроены. Тогда включайте. Они папа, включены. Разберись. А мой подарок? Хорошо, мы тебе будет. Забыли. Откройте, посмотрите, Кокин все, подарок. Все, они настроены. Настя. Написано, я прочитала. Обалдеть. Мама, а мой-то подарок есть? Мам, можешь позвонить? Не клали. Не клали? Телефон. 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 Позвони кому-нибудь. А кому? Кто там? Ладно, разберемся. Давай, а смотри. Часы. Ты с ней говоришь мне теперь? Да. Алло. Алло. С Новым годом поздравляю. Да. Сейчас дам бабушке. Говори. Да, будем отслеживать ее. С наступающим, Настена. Кольцо. Да, где же нам тебе кольцо подарили, господи. Это тебе, мама. Мы нашли подарок. Да какая Хаос. Все, подарки скрыты, все валяется. На, Кока. Ты глянь, красоту какую тебе. Ё-моё! Глянь, даю, не полетишь завтра. Это точно. За таблетками, в панталонах. Я не спать буду.
Это дома как раз ходит. Домашний котёнок. Вот он знает, что ты дома сидишь. Вот он тебе и штаны. Блин, какие панталоны. Ой, ну довольна? Вкусный какие. А где ж вода была вот такая? Выпили ее. Какой? Боржом? Нет, боржом есть, пожалуйста. Ты довольна, зайчик? Да, просто. Просто? Я могу говорить монеточек. А уже вся коллекция. Ты счастлив, ребенок? Да. Но она намного моложе Алкет выглядит. Сонечка, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! А? Салют, молодцы! Дед Мороз-то пришел к вам? Хотел сказать, от чего я звоню? Соня, хотел сказать, от чего я сейчас звоню? С работом СОС. А я хочу их выключить. Мам, выключи их, пожалуйста. Надо зарядку срочно. Ну, нет, не срочно. Нам придет сообщение, что им надо заряжаться. Вот все, они погасли, все, положи их, и все, все, они могут лежать. Быстро, ну, подзаряди быстро. Подзарядить надо как-то. С Новым годом. Всех с новым счастьем, со старым счастьем, но чтобы было счастьем.